Андрей, что не получилось в Жигулевске? Ну, вы сами видели, в одни ворота пенальти поставили, в другие не поставили. Но мы на эти моменты никак повлиять не можем. Мы должны сконцентрироваться только на своем, реализовывать свои моменты и выигрывать такие игры. С каким настроем ждешь «Нефтехимик»? Ну, у меня настрой на каждую игру один, только добиваться победы. Ну, а так очень сильно ждем этого соперника к нам в Воронеж, чтобы взять реванш, обыграть их, отдать должок, как сказать. Вспомни первый круг, что тогда не получилось? У них три момента, три гола. Со стандарта забили быстрый гол, и мы побежали уже отыгрываться. Раскрыли игру сами. И получили в конце первого тайма, и в конце второго тайма уже третий гол, и все. Добавляет ли огня в это противостояние именно желание взять реванш, поквитаться? Конечно. Мы будем стараться брать реванш за ту игру, и надеюсь, у нас это получится. Это последний домашний матч в текущем году. Пора отблагодарить болельщиков за поддержку? Да, я думаю, нужно поблагодарить болельщиков за первую часть сезона. Они нас гнали только вперед. С их поддержкой мы чувствовали себя уверенней. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на последнюю домашнюю игру первой части сезона. Мы сделаем все, чтобы они ушли со стадиона в хорошем настроении.